Всем привет! Мы находимся в Organ Resources Soviet Republic. Это вторая десятисерийка. Это 11-я серия, и мы продолжаем строить нашу замечательнейшую республику. Короче говоря, кратенько расскажу о том, что здесь изменилось за время. Прошел, ну, достаточно много, прошла вся зима. Я поиграл всю зиму за кадром. Короче говоря, АТП вот это уже перестало справляться. Ну, совсем перестало справляться. Поэтому было решено построить вторую АТП в НПЗ, на которой сейчас будет больше всяких разных грузовичков, которые будут возить топливо по всем потребителям. Вот у нас появились всякие кразы, которые по 19 тонн могут возить. Но они, как вы видите, медленно ездят довольно. То есть вот, хотя 258 вот уже нормально ездит. Только вот он большой очень. Мне бы, конечно, поменьше машин. Ладно, давайте пока Элли купим. Смотрите, у нее сколько всяких текстур. Вот, купим 4 Элли, и они, как и в предыдущей автобазе, они будут загружаться битумом и топливом и развозить, помогать развозить по всем заводским этим стройконторам, сюда возить. Так, куда еще надо возить топливо нам? Сюда вот, здесь построили АЗС. На нее медленно как-то возят. Вот, ну, короче, примерно так. Так. Грузовой вертодром. Не знаю, отменю. Так, это сюда. Больше. Все, чтобы они уже успешно начали ездить все оформлять, то есть... Вот видите, здесь еще нам не хватало для полной загрузки сети 3 машин. Вот, то есть 5 уже не хватало, то есть они здесь никак не успевали работать. Вот. Ну, плюсом к тому, уже понемножечку у нас наступает дефицит. То есть сюда достаточно... Уже все почти 1500 тонн нефти у нас с вами ушли. Вот, более того, у нас... Есть некоторые проблемы с выводом, видимо. Вот, потому что... А, это просто так насос работает. Короче говоря, нужна новая вышка, которая будет качать нефть исключительно на бензин. Потому что потребление бензина все возрастает и возрастает. Прям вот реально серьезно возрастает. Собственно, вертолетная стройконтора временно была отключена от всех производств. И ей были строго назначены 2 вида строек. Это вот здесь. Шахта эта несчастная. И вот этот вот стройконтора, чтобы здесь побыстрее все начало работать. Вот. В принципе, вот так как-то. У нас с вами здесь. Что здесь еще случилось? Здесь сгорел вот этот склад. Кек. Вот. И, соответственно... Здесь улицы обзавелись названиями. То есть вот эта улица Ленина идет вдоль завода. Вот это заводская улица. Вот эта соединяющая улица называется Строительная. Соответственно, дома, которые стоят ближе к этой улице, так и называются. То есть там вот... Это еще не назван, хотя его построили, да? Ну-ка, кстати. Оп. Вот, чем мне нравятся вот эти хрущевочки, они прям вот очень быстро строятся, очень быстро собираются. То есть прям вот вообще... Не дом, а сказка. Так, это 4-й дом уже будет. 3-й, 1-й. Этот еще к заводской улице относится. Вот, построили уже понемножечку всякие подземные коннекты. Или не строили их? А, их еще не строили. Ну ладно. Собственно, как-то вот так вот сейчас дела обстоят. А мы сейчас займемся тем, что будем планировать... А, да, кстати, еще важный момент. А, забыл. Я перевел стройконтору одну, вот стройотряд оттуда первый, еще один. Вот сюда вот ближе. Вот и плюс к тому, из-за того, что появилась новая техника, я сейчас здесь построил склад такой вот военный, списанный спецтехники. И сейчас отсюда туда всякую старую... машинную технику, вот эти вот кразы, можно их все списать точно уже. То есть это уже старье, как бы никому не нужное.
они невыгодны для эксплуатации. Вот, то есть вот это вот тоже все сюда. Вот этот товарищ сюда. Вот, сталинец вот этот, вот это уже старый, да, насколько я понимаю. Сколько он, 58 киловатт. Там уже новые появились, по-моему, бульдозеры. ХТЗ, он 32 человека заменяет, а сталинец 28. Ну, конечно, все, сталинец тоже на покой отправляется. Так, крас этот тоже на покой отправляется. Вот, Нессель это тоже какая-то древняя машинка. Ну, ладно, пусть останется пока. Вот, так, этот сюда. Этот. Ну, кран, наверное, оставим пока. Хрен его знает, что с ним делать. Экскаваторы тоже. Так, ну, соответственно, сюда сейчас докупим всякие машины, которые нам не хватает. Это крытый грузовик. Давайте посмотрим, что у нас тут нового. Во-первых, появились вот эти кременчуги, которые могут много возить. Очень. Вот. А во-вторых, появились зилы и кразы. Кразы 228 еще появились. Где же они? Или 258. Да, вот 258 кразы, которые ездят 70 км в час и очень много возят. То есть, прям вот мое почтение вообще. Тем не менее. Вот еда. Вот, ну я думаю, здесь, наверное, все-таки мы купим вот таких вот машинок. Здесь все-таки лучше зилы, они быстрее ездят и быстрее возят. Так, дальше бульдозеры, соответственно, это ХТЗ у нас будут. Харьковский тракторный. Так, дальше самосвал. Из самосвалов лучше, конечно, уже ставить вот эти вот современные кразы. 256-е. Вот, они прям серьезно возят. Хотя, подожди, стоп, я ошибся, это не тот. Это другой крас. Вот, вот эти вот 258-е. Вот они будут у нас возить. Сыпучие грузы. Ну и еще бортовой грузовик нужно купить. Здесь как бы аналогично, тоже похожий какой-нибудь крас надо купить. 258-й, вот 35 тонн возит, смотрите. Просто супер. Сколько угодно. То есть, ну, вот более современная техника была закуплена. Все, все замечательно, все. Вот, тут некоторая техника без топлива мне пишут. Непонятно какая. Как бы вот непонятно, какая техника без топлива. Экскаваторы, что ли? Какие нерешенные проблемы? Электричества нет. Да. Кстати, пока там не построят электростанцию, а это будет еще очень не скоро, я думаю, нам стоит прокинуть туда серьезную ЛЭП. Вот эту вот 15-ваттную. То есть стоит построить. Ну и как бы, чтобы была в целом соединена энергосистема городов. Это как бы логично, вполне себе. Так, сюда, соответственно. Потом сюда. Так, здесь будет подстанция. Сетка. Привязки. Так. Что-то не понял, как правильно. А, вот так, все. Все, вот так. Чпок ставим. Вот, ну и надо сейчас связать всю эту систему еще будет. Потому что там сейчас у меня завязано исключительно на оттуда. Ну, на заводскую электростанцию. А здесь надо поставить, ну, хотя бы обычную. Вот, ну и здесь, понятное дело, можно пока так. Вот. И что ж, в принципе, вот. Это будет у нас с вами уже не пятый, это уже даже получается какой. По счету-то здание, трансформаторный пункт 3, 4, 1, 2, 5. Вот это вообще еще даже не назван. Пятый, вот это шестой, короче. ПС Улизаводск 6. Так, 1966. Вот, а это получается Углезаводск 7. В таком случае. Уже.
и вот так. И вот так, и вот так. И все. И Углезаводск 7. Отлично. Подстанция есть. Здесь списан. Много стоит списанной техники теперь. Которая, может быть, когда-нибудь пригодится. Не знаю. Когда-нибудь, зачем-нибудь. Ну, а тут, в принципе, все продолжают строить. Вот, построили уже еще один дом на Строительной улице. Это, получается, 6-й, да? Строительная улица, дом 6. 66-й год. Ну, я думаю, в 66-м здесь все это дело и достроят уже. О, и этот построили. Ты смотри-ка. Дом 7. Уже даже дом 7 появился. Надо же. 7 этот 8-й. Так, тоже отмечаем. Так, все, давайте планировать то, что я давно хотел планировать. Это, ребятки, цемзавод. Уже пора нам строить цемзавод. Я вот только пока не знаю где. Ну, наверное, где-то вот с этой стороны, за хлебозаводом. Хотя нет, это все-таки неправильно так делать. Не-не-не, так нельзя. Наверное, тогда... Надо вот... Ну, мне нужно, чтобы, блин, между городами было. Ладно, давайте вот тут вот где-нибудь его расположим. То есть, я думаю, это норм будет вообще, что он тут будет располагаться. Так, собственно говоря, будем строить, наверное, с помощью... ванильного улучшенного. Сейчас мы его найдем только сначала. Такс. Цементный завод. Small Cement Plant. Есть у нас вот такая вот обжигающая хрень. Какого-то говна с квадратной трубой. Непонятно, почему квадратный вообще. Возможно, автор просто не умеет пользоваться. Да, это вот какие-то перекрашенные здания. Вот это вот Карбид Фабрик, вообще классное, очень классное здание. Сделанное из котельной, видимо. Но у него какие-то страшные проблемы с полигонами вообще. Вот поэтому как бы... Нот. Нот успех. Вот, так. Мы продолжаем искать. Искать наш цементный завод. Я точно помню, что он где-то был. И мы его найдем, я верю в это. Animal Farm. А, вот, цементный завод, кажется, это он, да? Я понял, это от Паши, да, цементный завод? С этими вот замечательными плоскими воротами. Но в целом он, конечно, вот здесь как бы нормально так замоделировал. Вот это тоже. Как бы норм, но вот... По части наложения текстур он в многих местах, конечно, налажал. Ну, в принципе, издалека, если так смотреть, то норм, как бы. Просто вращающихся печей здесь нет. Как бы непонятно, где обжиг-то производился. Тут, что ли, в этой вот? В этой херне? Ладно, непонятно. Все-таки я хочу начать с ванильного. Вот этот мы, возможно, тоже построим, но все-таки начать хотелось бы с ванильного. Он красивее. Все-таки, как бы то ни было. Вот только найти бы его сложно достаточно. Вот, Small Cement. Нет, это не то. Ну, ладно, похер. Тогда уж просто берем ванильный. Так, цементный завод. Вот он, прелесть моя. Непонятно, что вот это такое. Возможно, это та самая печка для обжига, кстати говоря. Кстати, вполне, да, может быть. Вот, ну и, собственно, цемент у нас может теперь выгружаться в сухие хранилища, как вы все знаете. Вот, и это, соответственно, тоже плюс. Вот. Удивительно, что элеватор почему-то очень сильно похож на такие же элеваторы для зерна. Ладно, давайте расположим наш замечательный завод. Вероятно, он будет располагаться где-то здесь. Как вы понимаете, ему нужен будет уголь. И ему нужен будет гравий. Так, значит, ему нужны будут хранилища внешние, по-любому. Внешние хранилища, ну, наверное, хотя бы вот таких размеров. Я думаю, стоит обеспечить.
чтобы была беспрерывная поставка. То есть вот так. И вот так. Так, дальше нам нужны грузовые станции, логично. Ну, это, конечно, будет не ЦЭМ-гигант, но завод будет хороший, масштабный. Так, вот так. И, соответственно, вот можно еще расположить ее вот здесь вот так, чтобы в случае чего можно было в том числе выгружать и напрямую вот сюда. То есть, смотрите, какое гениальное было бы сооружение, но это будет слишком некрасиво. Вот поэтому я не могу такой пойти. Так, еще раз. Грузовая станция выгрузки сыпучих грузов. Хоп. Так. Нет, криво. Как так? Ну почему? Я же смотрел, было ровно. Вот проблема у этой игры еще есть такая вот с перспективой, да, серьезная. То есть я не могу сделать ровный, блядь, конвейер. То есть, видите, он, блядь, получается кривой. Я очень с нетерпением жду, когда введут привязку по сетке, чтобы вот мне не приходилось заниматься выяснением, ровно я, блядь, поставил или неровно. Вот. То есть я очень этого жду. Так, собственно, это мы поставили. Это такие цепочечки будут. Вот. Дальше нам необходима еще такая вещь. Сюда этот цемент нужно будет либо выгружать в хранилище, либо на как мешками. Да, соответственно, поскольку у нас есть возможность, я предлагаю впервые за все время построить здесь сухое хранилище. Вот, алюминиевого комбината хотя бы. Вот есть там у меня мод такой на сухие хранилища, сухое хранилище алюминиевого комбината. Вот оно вот так выглядит. Ну, я не уверен, что его стоит, наверное, сюда ставить. Ну, 1000 тонн цемента как бы на дороге не валяется, сами понимаете. Вот, а тут будет как бы выгрузка прям напрямую, сразу. Без последствий. Ладно, оставим это все-таки не из этого комплекта. Я не могу так делать, чтобы оно было здесь. Мне просто не позволяет суть этот внутренний стержень. Ладно, давайте поставим здесь тогда обычный. Просто различные отрасли. Кровь и уголь. Хранилище насыпных грузов. Загрузки, выгрузки. Так, хорошо. Хранилище у нас с вами. Давайте мы его как-то расположим тогда. Вот как-то так получается расположим. Здесь будет подъезд. И здесь, соответственно, будет еще и станция. Рядышком где-нибудь. Опять, блядь, надо выяснять, правильно я ставлю или не ставлю. Или неправильно. Жесть какая, а. Так, вот так. Все, вроде ровно. Отлично. И вот здесь мы располагаем уже КПП. Соответственно, объект, опять же, не супер секретный, поэтому здесь можно ставить обычное КПП. А можно еще даже поставить другое КПП. Можно даже вот это. Хотя нет, это все-таки более такое современное. Давайте вот этот поставим. Так. Отъезд будет сюда. Значит, как-то вот так. Оно будет располагаться. Так, близко довольно, кстати, к дороге получается. Но зато напрямую сюда. Так, дальше отсюда будет идти дорога. Прямо. Здесь будет так, дорога будет идти сюда, и, соответственно, здесь еще соединяться вот так. Дальше. Дорога еще будет разветвляться. Она будет идти сюда. А, вот так. Вот. Вот так. Ну, собственно, вокруг всего завода получается дорога. Вот здесь, чтобы подгружать, подключить выгрузку. Вот это, чтобы построить просто.
Так, ну и все. С этой стороны, в принципе, ничего особенного тут не надо подключать уже. Вот. И здесь, соответственно, мы уже делаем проще все. Проще делаем вот так. Так. Кругленько. И у нас получается отличная дорога для цементного завода. Уголь, как вы помните, у нас с вами отсюда вот будет успешно возиться для всего, чего надо. Вот, нужна автобаза. Здесь, как вы понимаете, достаточно массивное будет уже производство, поэтому, возможно, нам пригодится автобаза серьезных размеров. То есть, возможно, даже вот такая вот на 20 машиномест. Но это как бы не точно. Вот еще есть робсовские, которые прям вообще какие-то огромные, но это... Робсовские здания надо строить отдельно, потому что это как бы особый стиль просто. Вот. Вот это так не работает. То есть их нужно отдельно, в отдельном городе строить вообще. Что, кстати, будет, потому что у него достаточно хорошие модели. Вот. Так, а дальше. Как вы понимаете, завод достаточно масштабный, плюс там это всякие печки стоят. Вот. Нужна будет леп. Леп нужна будет обязательно. Так, раз. Раз и два. Вот так. Так, это говно, конечно, будет подсоединено вот так просто. Все. Так, теперь надо положить начало забору. Основе, так сказать. Основе этого завода. Забору. Так. Так. До сюда. Ну вот до сюда норм. Дальше по прямой. Сюда. Сюда. Так. Ну и вот так. Так, собственно, что мне не нравится здесь? Здесь я. Здесь я мне не нравится вот что. Что больно оно какое-то неровное. Я бы сказал, что нужно поровнее. Вот так. Все, и теперь это все можно строить. Как вы понимаете, успешно и отдельно. Так, ну вот такой вот у нас получается цементный завод. На нем, вероятно, также будут работать люди из Углезаводска. Вот, ну и, соответственно, после того, как мы будем производить цемент, мы, собственно, станем королями цементного бетонного завода. То есть бетон у нас выйдет... Наконец, на полное самообеспечение. То есть будет цемент и бетон, и все-все-все на свете. Так, нам нужно, знаете, еще чего? Нам нужна будет еще автобусная остановка. Я думаю, стоит построить где-нибудь... Вот лайфхакерно вот так построим мы ее сейчас. Лайфхакерно! Так... Так, автобаза, станция, 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 остановка. И мы поставим здесь какую-нибудь маленькую вот сейчас станцию. Вот такого размерца. Вот, вот так. Вот так. Ну, здесь, конечно, не очень хорошо получилось, ну да ладно. Вот, все, в принципе, цементный завод готов. Можно работать, можно на него вывозить. Цемент вывозится, соответственно, отсюда вполне успешно. Автобаза, опять же, есть. Здесь еще территория, которую в будущем можно озеленить и все такое. Так, собственно говоря, что дальше? Мясокомбинат я вам обещал. Помню, что обещал. Надо бы заняться уже. Вот, сейчас еще вот это надо подсоединить сюда. Вот, мясокомбинат надо построить. Это, я думаю, прям вообще важно очень. Вот, здесь еще у нас новая подстанция появилась, как вы понимаете. Это
Понижающее PS... Понижающее... Подстанция... Углезаводск, логично. Так. Углезаводск, 1966. Ну, построят же в 66-м, я надеюсь на это. Так, ну а тем временем, пока я планировал завод, здесь уже построили все дома. Фига себе. 66-й, 66-й, так, 7-я, 8-я, отлично. Так, здесь что, улица Ленина, дом 4, улица Ленина, дом 5. Ленина, дом... Дом 5, 1966 год. Так, хорошо. Это дело тоже у нас есть. Я думаю, уже пора заниматься благоустройством. Это любимое слово Варламова. Благоустройство. Вот. Расположить здесь кое-где сосны. Потому что сосны это красиво. Вот здесь можно расположить сосен немножко. Тут вот, соответственно... Перед заводом, чтобы секретный лес, блять. Лол. Так, здесь тоже какой-то типа парк будет. Из сосенок и акаций всяких разных. Вот, акаций. Акации, акации, акации. Буки будут. Вот, и сосенки еще. Сосенки. Парк будет у нас с вами заросший городочек, такой красивый, или в лесной глуши во тьме безлунной. Скитался парень, волновался, спички жёг, так сказать. Вот. Будет красиво и очень аутентично. Так, больше деревьев, больше деревьев. Соответственно, вокруг этого завода тоже. Нам нужно мясозавод сформировать. Я думаю, он будет находиться... Сейчас мы сделаем ответвление еще вот от этой дороги, вот здесь вот. Вдоль вот этой вот... вдоль вот этой дороги. Мы сделаем ответвление. Вот такое вот сюда. И вот здесь вот, за ним, будет находиться мясозавод. Ну, чтобы он не говнил особо. Вот, так... Займемся планированием. Так, что-нибудь тут построили, что я еще не назвал. Так, это пофиг. Пока. Хотя нет, наверное, не надо. Карусель. Ромашка. Ой, 1966. Так. Есть. Колесо обозрения города Углезаводска. 1966. Аналогично. У меня глотка пересохла уже говорить. Так. Здесь пока еще не построили. Хлебзавод построили. Так. Мясоперерабатывающий комбинат. Как же он у нас будет выглядеть? Где-то здесь был завод, который делал мясо только в путь. Я прям помню. Вот, Слаутерхаус назывался. По-моему, так и это он и есть. Вот, это очень классный завод, который прям очень жирно делает мясо. То есть там дохерище всего. Вот, к нему можно напрямую скот подсоединять, чтобы он работал. Вот, но поэтому нам нужна будет сейчас еще животная ферма. Где-то я тут видел. Animal Farm V2, вот это, да? По-моему, вот это. Animal Farm. Что тут производит на Animal Farm? Производит скот из урожая. Логично, правильно. А, вот, кстати, другой. Так, или вот эти вот мясомолочные, которые производят и еду, и скот. Давайте вот этот вот коровник возьмем. Так. Собственно, поскольку у нас с вами здесь вот сельское вот относительно... хозяйство, я бы так сказал. Вот, было бы логично расположить эти коровники где-то здесь. Ну, поскольку завод здесь... Ладно, окей. Так. На полях, кстати, можно расположить. Ладно, так, коровники надо располагать правильно. Нам нужно, чтобы урожайка еще напрямую шла к
как бы, вы понимаете. Нам бы было неплохо, чтобы урожайка шла напрямую сюда. Вот, соответственно, как-то вот если так я буду располагать, то было бы вообще круто. Блин, чуть-чуть не хватает, чтобы ровно было. Ну, давайте вот так вот. Поставим коровник. Вот, чтобы у нас он производил мясо. Вот, соответственно, стойло для скота у нас вроде как есть только тут. В ваниле, то есть больше вроде никто не делал стойло для скота. А мясокомбинат выглядит так же, но гораздо менее производительный, чем тот. Как вы помните. Так. Стойло для скота. Стойло скоту... А скотиница? Вообще, у меня есть хорошая мысль. Как его сюда получше впихнуть? Я думаю, вы уже поняли, да? Вы уже поняли мысль. Короче, берем этот завод опять... Animal Farm, коровник. Так, мы его вставляем куда-то вот сюда. Это вот шакальным методом. Вот так вот мы его умещаем. Как можно более успешно вот так вот ставим. Так, теперь отсюда, соответственно, рядом сделаем стойло скота. Стойло скота. Стойло для скота. Вот, и здесь оно уже, соответственно, будет у нас с вами. Отсюда уже можно будет забирать невинных коровок и вести их на мясо, жесточайшую мясопереработку. Вот, и как видите, здесь на самом деле все уместилось весьма успешно и хорошо. Но нам, конечно, придется сюда проложить дорожки. Кстати, хороший повод, друзья, использовать наконец-то мостики. Бетонный, стальной. Какой дешевле получится? Какой получается дешевле? Этот 5 панелей, 7 трудодней. А этот 17 трудодней, 7... Ну, стали меньше, конечно. Ну, поскольку панели, они дешевле, как бы. Логичнее все-таки вот так делать. Так. У нас с вами... Лесенки пока что только так располагаются, да? Ну ладно. Хотя бы так. 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 Вот так. Впервые в игре я построил бетонные переходики. Ура! Круто! Слава коммунизму. У нас нет статьи за реабилитацию коммунизма еще пока. Подскажите в комментариях. А то там сейчас всякое бывает. Так. Ну, по идее, жители вот этого дома туда будут доходить и работать всю свою жизнь. Там, на этой несчастной ферме. Так. Все. Хорошо, есть. Здесь даже можно присоединить пожарную часть, вот эту, которую еще не достроили. Вот, и все такое. Ермак, что-то, сука, долго строит прям вообще. Звери, не могу. Так, Ленина надо, так. Памятник Ленину. На... Нет, не так. Вы и Ленину. Ленину. На главной площади. Не, ладно, просто напишу в Углезаводске. Пока будет понятно, где. Кстати, кинотеатр назвал. Вот кинотеатр называется «Коллектив». Это вот Углезаводский горосполком. Здесь можно так еще сделать. Так вот.
чтобы было, ну, наиболее аутентичный городок, так сказать, обрастал всем, чем надо. Так, ну, а мы, собственно, на чем остановились? Мы остановились на производстве, на создании завода для мясца. Как вы понимаете, завод для мясца — это, в свою очередь, это в первую очередь завод по убийству коровок. Я думаю, нам одного такого завода пока что хватит. Вот, он будет занимать вообще небольшую территорию, то есть я поставлю ему сейчас стойло для скота, куда будут привозить скот, откуда он этот скот будет забирать, там их прям в мясорубку целиком, и на выходе будет получаться мясо. Посмотрите этот видос, по-моему, в Гриффинах, что ли, это было, там вообще прикольно, там типа стоит такой этот, серия про защиту животных, вот советую посмотреть, там вообще прикольно про коров рассказать, там стоит такая корова, рожает сразу по конвейеру и спускается в мясорубку, теленок. Блять, целиком. Вот, короче, потом сразу из этого мяса делают бургеры, короче, и толстякам дают. Бля, ну прикольно, короче, советую посмотреть. Так, дальше еда, стойло для скота. Стойло для скота, я думал, это Макдональдс. Так, располагаем его вот сюда, соответственно. А с этой стороны у нас с вами будет уже нечто иное. А сколько здесь, кстати, места для техники? 2. Блин, может не хватить. Давайте тогда заодно это еще сделаем вот что. Заодно мы еще сделаем пу-пу-пу-пу-пу. Так, хотел бы я узнать, где он. Ну, те маленькие грузовые станции, которые я ставил. Вот же на них. Ну, было же. Так, это не оно? Нет, это другое что-то. Ой, лодинг, нефтеналивной, железнодорожная станция, разгрузки, погрузки, грузовая станция. А, вот они маленькие. Вот, вот эту вот малышку надо сюда поставить, ну, на всякий случай. Если вдруг когда потребуется дополнительное машинное место, то будут еще сюда заезжать. Так, стоило сюда скота, соответственно. Я, правда, не уверен, кстати, что его из хранилища будет подтягивать завод. Но, по идее, вообще должен, по идее. По идее, вообще должен, да, если напрямую, то должен подтягивать. Ну, посмотрим. Так, если что, перестроим. Так, и хранилище, соответственно, нашего замечательного завода. Это вот это вот. Серьезно? Опять? В общем-то, вы сами все видели. Это релиз, да. Это не тестовая версия, это нормально. Короче, спасибо за просмотр. В следующей серии я это все реабилитирую, конечно. Но увидимся в новых выпусках. Пока.